Владимир, а как поступать с сотрудником, который обманывает? Увольнять его к чертовой матери. Зачем тебе такой сотрудник? Он тебя испортит все показатели, он врет. Зачем тебе сотрудник, который не говорит тебе правду? Зачем тебе сотрудник, с которым тебе дальше не по пути, который будет подгонять цифры, которому невозможно доверять, с которым невозможно дальше строить какие-то планирования ни в краткосрочной перспективе, ни в дальней. Это бессмысленно. Зачем? Надо расставаться. Выплачивать полный гонорар и говорит «Arrivederci».